в Колумбию. Показываю, что гильза просажена. Так, покажу сейчас. А? Побрит? Вот видите, уходит в минус опять. Получается 4 сотки уходит в минус. Надо блок нарезать. Так, вот он. Сейчас. Вот он блок. Идем. Бочки уходят в минус. Да, где-то 2 сотки. Так, здесь тоже смотрю. Второе. 0. Идем. Тоже уходит в минус. Это 3 сотки уходит в минус. Блок надо нарезать. Такая вот диагностика. Идем дальше. Также смотри, подовку все разобрали. Вот они, новые сальники. Все разбираем, все проверяем, все смотрим. Работа кипит. С той стороны также. Так, друзья, смотрите, вот она Колумбия. Собираем мотор. Хотел показать, какие запчасти мы ставим, какой фирмы. Как всегда, друзья, ставим фирму Detroit Diesel, оригинальный. Видите? Detroit Diesel. Видите, USA. То есть кольца оригинальные, вот его инструкция, как положено. Detroit-овская, вот они кольца, я уже сюда одел. И вкладыши, друзья мои, тоже стоят. Смотрите, вот эта коробочка. Тоже покажу для зрителя. И для самого хозяина. Ну, посмотрите. Видите, тоже US написано. Тоже оригинальные вкладыши. Вот его старые вкладыши. Видите, в каком состоянии. Наши, друзья мои. Вот его кольца старые. Я уже показывал, видите. Как люди на этих кольцах ездят, я не знаю. Просто... Меня это поражает. Да. Ну все, друзья, вот такая вот сборка мотора. Идем дальше. Так, друзья, также всем добрый день. Также очередной автомобиль заказанный. Такая вот Колумбия 2-го года. Detroit мотор. Смотрите. Также процесс у нас идет сейчас нарезки. Также и гильзы промерили, гильзы сидят, были в минусе. Также мы нарезаем. Все 6, получается, нарезаны будут. Также это видео для самого клиента, чтобы он знал, что с его машиной происходит, что с машиной его делается. 4 уже сделано, видите. Гильзы, кстати, на этом моторе мы не меняем, друзья мои. Гильзы я оставляю. Я покажу причину чуть позже, почему я гильзы оставил, почему я их удовлетворила мне их состояние. Я покажу вам все, расскажу. Вот так вот. Гильзы, вижу, что оригинально у него стояли. Были изношены очень сильно кольца на этом моторе. Кольца были прям. Тоже старая прокладка сняли, она тоже дешевая стояла. Видно, кольца подкидывали, недорогие сюда. Такое ощущение у меня. Ну все, друзья, вот такой процесс небольшой нарезки. Также потом я все промерю, как гильза сидит.
Ну все, друзья, вот такой вот обзорчик. Идем дальше. Так, друзья, хотел еще показать, как промеряем гильзы мы нутромером, то есть, чтобы понять, есть эллипс, нету эллипса. Вот она, старая гильза. Смотрите, сейчас я просто на ноль сделаю вот так вот. Сейчас смотрите, вот. Я его промеряю на эллипс. Смотрим. Вот я его кручу. Видите, практически в одних и тех же цифрах. Видите, кручу, он практически не меняет свои показатели. Ну, я для себя, конечно, все это уже сделал. В любом случае, то есть я для себя все промерил, друзья мои. Также выработка, смотрите, показываю выработку. Но выработку я покажу в другом еще моменте. Выработка как меряется. Много вариантов есть. Выработку промерить. Я вам сейчас покажу. Вот она, выработка тут. 0,02. Сейчас вам покажу. Просто одной рукой сейчас я настрою. Да что это, блин. Вот, заходим, вот это входит, где цилиндры. Выработка у нас. Вот. Вот так. Вот мы там, где у нас не ходит кольцо. Вот, где видите, вот уже опустил ниже, где нету кольца. Грубо говоря, разница. Блин, 0,02. Вот так, опускаю ниже. В 0,02 уходит в минус. Одной рукой неудобно, честно сказать. Да, ну да, сейчас скажу вот так. О. 0,02, в общем, я мерил. 0,02, короче, выработка на гильзах. Это вообще ни о чем. Я сейчас покажу еще, как выработка на гильзах. Я еще кольцами проверяю. Сейчас покажу вам. Так, друзья, вот еще, смотрите, хотел вам показать. Вот его старое кольцо, друзья, вот он, кольца его старые, видите? Тут тоже пружинка, кстати, была обломана, покажу вам. Такая же песня, как и на том моторе. Ну, видите, дешевые запчасти ставят, поэтому эти вещи происходят. Смотрите, вот его кольцо, компрессионное верхнее. Вот я вот это вставляю в новую гильзу, смотрите. Я эксперимент вам делаю. Смотрите, какой зазор. Сейчас вам покажу. Вообще его зазор должен быть на детройте 0,85 примерно, да, там, то есть допуск есть 0,90, там 0,85, как бы это его зазор. Смотрите, щуп 0,85, видите, смотрите, что делаю. Так. Смотрите, как он болтается. Видно, да, как бы камеру сейчас все включу, но вот, да. Смотрите. Это его старое кольцо, друзья мои. Смотри, тут, ну, наверное, в два раза. Я уже не буду щупами тут сколько конкретно. Как-то мерил, по-моему, тут 1,7 где-то миллиметра тут у него. Ну, два раза больше практически. Сейчас я вам покажу новое. Так, новое кольцо вставляем, друзья. Вот оно новое. Упаковки, смотрите, оригинал. Для трудителей эти кольца пойдут на этот мотор. Не после кольца буду ставить, а новый. Вот его новое кольцо вставляем. Так. Теперь смотрите, новое кольцо. Вот он, зазор нового кольца. Вот он, видите? Смотрите, щуп 0,85. Вот смотрите. Смотрите. Вот так. Вот так. Видите, плотно-плотно входит вообще. Смотрите, видите, смотрите. Вообще 0,85 сюда входит очень плотно. Смотрите, вот, четко, это плотненько, 0,85. Вот покажу сейчас на том. На старом. На старом, смотрите. Старое кольцо. Смотрите. Это старое. Сейчас покажу эту же процедуру в его гильзе. Непосредственно, которую будем оставлять. Что самое главное. Вот она, его гильза. Вот она, вторая, видите, да? Сейчас мы вставляем это кольцо сюда. То есть как она будет работать, покажу вам, друзья мои. Так, мы сейчас выровняем его. Так. Вот он. Смотрите, вот он, щуп 0,85. Показываю. Вот так, видите? Также плотно заходит вообще. Вот так, видите, четко плотно заходит сюда. Смотрите. Вот и все. Вот его старое кольцо, как работало здесь. Смотрите, где его старое кольцо. Вот,
Вот так здесь это все работало, друзья. Смотрите. Так, вот она. Как же видите, болтается. В общем, вот так мы, друзья, вот такие замеры мы сделали. Я, конечно, для себя все мерил с камерой, чуть сложно, конечно. Тут одной рукой снимаешь, одной рукой делаешь, как бы проверяешь, сложно. А так вот его кольцо, как оно работало, посмотрите на его зазор, какой здесь был. Даже просто визуально, без никаких замеров, я вам сейчас покажу, чтобы вы поняли. Сейчас. Так, вот. Смотрите, вот его кольцо, которое здесь было. А вот сейчас ставим новое, его же старую гильзу, которую здесь будем оставлять. Смотрите, эллипс я проверил прям каждую внимательно. И на эллипс проверил я их. А смотри, эллипс виден еще и по кольцам. То есть на кольцах тоже смотришь, на кольцах. И у них видно, что где это терло, а где-то прям черная гарь, то есть просачивалась. То есть по кольцам тоже это можно определить, если у вас нет нутромеров, ничего. Вот разницу покажу, что вы видели, смотрите. Вот новая, это старая. Вот, смотрите, разница какая. Ну что, друзья, вот такие вам я показал, как гильзы оставлять будем, почему гильзы будем оставлять. Я все для себя, как специалист, я все для себя промерил. Гильзы оставляем, они все у меня промерены. Вон, видите, допустим, минус одна сотка. То есть я все пометил, то есть я все для себя промерил. То есть все, гильзы эти оставляем, они не съедены. Вот такой замер мы сделали, вот так я вам показал. Минус этого мотора, то же самое, дешевая прокладка. Дешевые кольца. Видно, меняли здесь на этой машине дешевые кольца, дешевую прокладку ставили на этом двигателе. Также фрезернули блок. Идем дальше, друзья. Вот такой вот обзорчик. Итак, друзья, всем добрый день. Смотрите, делаю обзор двигателя сборки. Показывал, что мы гильзы его старые оставляем. То есть промерили мы все гильзы. Для себя я все промерил. Хочу показать для вас, в каком случае можно поставлять гильзы, чтобы их не менять, чтобы не тратить лишние деньги, скажем так. В данный момент Коламбия второго года, капитальный мотор. Показывай сюда. Поехали. Показываю, что надо промерять в гильзе, чтобы ее оставить можно было. Смотрите, друзья мои. Видите? Две сотки в минус. Видите, показываю. Вот, раз, промерили. Крутим и крутим бортик, друзья мои, с другой стороны. То есть по кругу должна быть она две сотки. Видите, тоже абсолютно две сотки. Видите? Я так все промерил, грубо говоря, в другом месте. Соответственно, опять две сотки. Видите, по кругу все одинаково. Я для себя здесь, конечно, его сделал, что на минус две сотки. Также она без, то есть не съедена, ничего, то есть все чистое. Смотрите, покажу на новой гильзе сейчас. Это вот для вас, для зрителей, чтобы вы поняли, когда можно гильзу оставлять. Я сейчас все замеры сделаю, чтобы вы поняли. Смотрите, две сотки, также в минусе. Показ, видите? На новой гильзе, то есть она абсолютно такая же, как и та. Тут даже, а ну-ка сейчас я еще раз. Ну да, почти две сотки тут вот получается. Видите, тоже так же, смотрите. Грубо говоря, она тоже, как и новая, в таких же допусках. Смотрите, сейчас. Вот. Две сотки практически здесь тоже в минусе. На новой гильзе. Сейчас еще покажу, где надо промерять, что мы будем делать. Так, друзья мои, смотрите, идем дальше. Что мы смотрим на шатуне? Ну, бронзовую втулку само собой промеряем здесь. Смотрите, номер 604. Видите, 12-7-604. Значит, у него вот здесь мажется канал стоит. Вот у него канал есть, видите. Он мажет палец через коленвал. Обычно, в большинстве случаев. Сейчас на паузу поставлю, покажу вам поршень. Секундочку. Вот, друзья, что хотел объяснить, показать. Смотрите, короче, вот видите, 604 шатун. Есть 385, по-моему, у нас, да, 385 на конце цифры у него. То шатун мне не очень нравится. Шатун 604, он с канала внутри, и он мажет вот этот палец, друзья мои, то есть снутри с канала. И в большинстве случаев, не знаю, сколько моторы делаю, вот эти пальцы, они без выработки. То есть он мажется... Вот эти бронзовые втулки без трещин. Видите, они без трещин все. То есть вот этот шатун очень хороший. И он сохраняет жизнь пальцу. То есть палец мы промерили, палец полностью в допусках. То есть выработка даже пальцем, если ощутить, нету ничего. Шатун. На что шатун мы смотрим? Видите, здесь у него номера есть. Видите? Они должны совпадать. Они должны совпадать.
Это первое. Второй момент. Кто-то, может, до вас, кто-то до вас мотор делал, может, он сделал это все, может быть, какой-то момент у них прикипал вкладыш, они могли это все оставить, понимаете? Мы же не знаем, кто делал до нас мотор, какой шатун ставил, правильно, эту машину. И поэтому мы берем это все обязательно, обязательно берем, делаем его затяжку, выставляем на ноль, показываю, вот. И, соответственно, промеряем его шатун, обязательно, потому что кто-то, может быть, он когда-то прикипал. У него там, ну, кто-то, может быть, ну, неграмотно сделал. Кто-то в дороге его вкладыш просто подкинул. Может, вкладыш был провернутый. Ну, в общем, надо все проверять. Сейчас я покажу. Вот так вот сейчас мы. Так, настраиваем. Вот, и я кручу его. Хотя вот так камеру разверну, чтобы было видно. Вот так вот. И проворачиваем его. Вот я его кручу. А у него, видите, не меняются показания. То есть он на нуле так и стоит. Там даже сотки нету, просто я так покачиваю. Видите, вот, то есть шатун четко, то есть стоит практически на своем. То есть он на нуле. Видите, я его кручу. Вот так вот, друзья мои. Вот так, сейчас он соскочил у меня просто. Ну все, вот так вот, друзья, шатун это промеряем, поставим. Просто одной рукой неудобно все это делать. Все, вот так вот все промеряется. Каждый вещь. Сейчас еще бугель будем тоже на этом. На коленвале шейку тоже промерим все. Поймем, что все в допусках. Начнем сборку этого мотора. Все, друзья, мы идем дальше. Так, друзья, мы идем дальше. Смотрите, я показываю, как проверять надо обязательно. Посадочное место. Именно основное, где резинка садится, гильза, где держит гильза. В данный момент сейчас мы один блок тоже делаем, мотор серебристого Фреда. Вот из-за этого забраковали мы его, друзья мои. Из-за вот этого, то, что здесь был эллипс, непосредственно гильза гуляла очень сильно на том блоке. Поэтому мы его забраковали, я на него собирать не буду никогда в жизни. Так что, смотри, друзья, вот она. Опять все одной рукой. Показываю, видите, вот посадочное место резинки. Нам основное, что в этом нужно сделать? Нам нужно определить, эллипс есть или нету. То есть, будет резинка пропускать или нет. Сейчас я вам покажу. Я тут, в принципе, промерил уже так вот для себя, скажем. Ну, сейчас для вас тоже покажу. Может, стрелка чуть будет прыгать, потому что я одной рукой это все делаю. Все вот так вот, друзья, смотрите. Вот. Тогда что ты на это скажешь? Вот так вот. Сейчас одной рукой неудобно, друзья мои, извините, конечно. Вот, я вставил, смотрите, кручу. Так. Видите, я кручу, стрелка практически, ну, этот, практически она не отклоняется, видите, кручу. Так, вот, да. То есть она вот где-то как была, так и есть, друзья мои. Ну, все. Я хотел вам показать просто, а там уже, конечно, когда двумя руками держишь плотно, и все нормально замеряется. Я тут промерил, конечно, все, и вторую, и первую, и шестую, все попромерял, которые, то есть все шесть цилиндров я попромерял. Все нормально. Тут эллипс нет, тут и видно было, на самом деле, по гильзе, что она сидела плотно. То есть не было на них такого, чтобы видно, что она гуляла. Но в любом случае надо все промерять, надо все... проверять обязательно, потому что вы не знаете, кто до вас, что делал, как делал, какими, что, как ездил. Вот в данный момент этот блок, скажем, вот в хорошем состоянии, вот показываю, да, вот, смотрите. Но здесь столько было герметика, друзья мои, этого, что в антифриз добавляли, мы эти гильзы кое-как вытащили отсюда, честно, аж сёмник два раза болт ломался. То есть таким треском они здесь шли, ну, прям, вообще, это все из этого герметика, не добавляйте никогда в жизни. Этот герметик для этого, что антифриз, что забивает эти дырки. Сделайте, люди, где течет, устраните лучше. Герметик это вообще, он убивает все каналы. Я вам говорю честно, здесь я уже устал чистить на самом деле. Так что, друзья, мы идем дальше. Вот такая вот сборка мотора идет. Также, видите, все фрезерованные, все цилиндры тут нарезаны. Сейчас я буду собирать здесь, вычищать, вымывать, продувать все миллион раз. Все выдую, все прочищу, буду собирать гильзы на новые резинки. И будем собирать дальше мотор. Покажу его также первый запуск. Покручу на него, поставили, что проверили. Идем дальше, друзья мои. Итак, друзья,
Все, запрессовали гильзы. Вот видите, метки стоят у меня здесь. Почему эти меточки стоят? Смотрите, получается, я покажу, что тут хон, в принципе, что гильзы хорошие. Смотрите, получается, почему я их так делал? Потому что я их разворачиваю на 90 градусов, как они работали, когда. То есть, в любом случае, гильза мылась. Я их разворачиваю на 90 градусов, чтобы она уже в другом месте мыла, соответственно, антифризом гильзу. То есть, увеличим ресурс этим гильзам. В любом случае, там она уже работала. Скажем, таких раковин там не было, таких осужден. Раковины где-то там что-то было. Но все равно. Всегда на гильзу разворачиваю на 90 градусов. Теперь она будет мыть, получается, с нуля практически. И все. В принципе, вот такой вот получается у нас мотор. Со старыми гильзами, но все проверено. Сейчас покажу. По ходовой. Так вот. По ходовой мы здесь баки сняли, здесь раму чистили. Редуктор поросенок вывалили. Будем все это сейчас, редуктор тоже все смотреть, средний. Защиты колодки, сальники, все попоменяли. Вот такой вот. Также, в принципе, все проверяем, как бы ремонт идет. Этой машины еще не закончено, но делаем. Все, друзья, идем дальше. Так, друзья, идем дальше. Показываю вам. Гильзы закрутили, поставили, подтянули. Показываю. Вылет. Так, 7 суток. Заходим на гильзу. Да, 7 суток. Все, все нормально. Сейчас все попромеряем и в путь. Вот она головка. Смотрите, вот она головочка. Все стаканы новые абсолютно стоят. Показываю, что вот они, видите, набили номер свой головки. Вот они, стаканы все новые, показываю. Вот так вот. Вот такая головка, она пришла, клапаны не болтаются. Все проверено, все сделано. Все, друзья, мы идем дальше. На эту Коламбию на белую второго года эта головка будет устанавливаться. Вот ее номер еще, посмотрите. Итак, парни, подготовка к запуску. Вот она, эта Коламбия наша, второго года. Сейчас мы ставим клапанную крышку. Хотел обратить внимание, не так часто встречаются, друзья, болты под шестигранник. И горняки, номер тоже у них свой, как будто мотор чуть отличается от обычных 12.7. Вот так вот, друзья, на сборку идет. Скоро будет первый запуск. Смотрите. Так, друзья, первый запуск Фреда. Вот он, второго года Фредик. Поехали. Выжимай сцепление, Серый. Поехали. Да. Так,
вот смотрите, мотор уже более-менее прогрел. Вот его давление 35. Смотрите, этот мотор мы перепрошили, сделали 500 лошадей. Подожди, что пока пищит. Сделали мы его 500 лошадей, сделали ему форсунки. Мотор стал безумно приемистый, серьезно. Вот просто газоль прикасаюсь. Очень резвый, друзья, очень. По газули ощущение прям. Смотри, вот газ даю резко. Без никаких пауз, без ничего. Конечно, прошивка дает о себе знать. И что форсунки, конечно, сделаны, это очень большой плюс. Он до этого даже не заводился на самом деле. Он газ давал, он умирал. Все 6 форсунок были мертвые абсолютно. И все 6 форсунок делали. Обратный клапан, он без эфира вообще не заводился. Эта машина обратный клапан продувался. То есть все прям сделали. Разобрал я его, там резиночка была порвана в обратном клапане. Поменял. И все. Вот смотри, как он заведется. Еще аккумуляторы слабенькие. Ну вот, вот такая сборка мотора получилась, друзья мои. Без никаких провалов, работает четко. Идем дальше. Не болейте, самое главное. Так, друзья, я забыл вам показать сапон. Вот мотор уже прогрет, 160 где-то. Давление 35. Хотел показать вам сапон. Я забыл вам показать. Вот он. Вот он, друзья, сапон, видите, он не сапунит. Опять же, хотя гильзы оставили его. Сейчас оглушим. Так, друзья, смотрите, я показал вам сапун, он не сапунит. Видите, гильзы оставили мы его. Но гильзы были промерены, проверены внутромером, все как положено. Выработка, задирой, все было проверено там понаружи. Там, в принципе, тут я не сомневался на самом деле в этой сборке. Вот так вот. Поменяли даже здесь вкладыши коренные. Они, в принципе, были здесь, скажем, неплохие, но они во вкладыши очень слабо болтались. Я как бы не люблю эти вещи. Вкладыш он стоит, сидит плотно в бугеле. Его тоже, то есть коренные вкладыши здесь мы тоже поменяли. Вот так вот. Видите, какие, кстати, я забыл. Вот, смотрите. Увидел. Видите, тормоза какие хорошие на передке бывают. Все будем восстанавливать, друзья мои. Это все будем делать. То есть абсолютно. Ну все, вот такой вот законченный двигатель. Идем дальше. Вот такая Коламбия. Машинка, скажем, делается в эконом-режиме. Внешний вид у нас практически тут ничего не делается. Сейчас я капот, наверное, прикрою, покажу ее так более-менее. Вот поймете, о чем речь идет. Вот так вот, смотрите. Вот эта машина. Здесь будут стоять обвесы. Клиент попросил. И все. Были здесь уголки. Будем ставить обвесы. Вот так. Такая тут резина остается. Вот она, это его, какая резина здесь была. Все, друзья мои. Кстати, блокировку перебрали. Поставили. В общем, работа кипит, друзья мои. Все, вот такой вот обзорчик и для клиента, и для зрителя. Коламбия 2-го года. Все, друзья мои, всем пока. Сейчас смотри. Вот она, Коламбия. Вот показываю, что сделали. 500 кобыл. 372 киловатта. Вот где точка стоит. Если перевести в лошадиные силы, это будет 500 лошадей.